Боженьки. Этот камень сейчас может. Я ее увидел. Всем привет! Сегодня я хочу вам показать рыбацкий узел гринера, который подходит для флюорокарбоновой лески. Этим узлом можно привязывать вертлюжки, двойники, тройники, крючки. Для начала этот узел я свяжу с веревочки, а потом покажу уже на леске. Возьмем предполагаемый вертлюжок и заводим леску снизу. Теперь заводим второй раз, тоже снизу. И у нас здесь получается петелька. Вот так. Теперь нам нужно обернуть 4-5 раз вокруг основной лески и этой петли. Раз, два, три, четыре. Теперь кончик лески продеваем в петлю. И начинаем затягивать наш узел. Тянем за основную леску и придерживаем кончик лески. Вот получается вот такой вот узел, который держит наш вертлюжок двумя концами. Кончик этот обкусываем. Так как флюорокарбон жесткий материал, то не все узлы подойдут для вязания из флюорокарбоновой лески. А этот узел идеально подходит, так как он не развяжется у вас никогда. Он получается самозатягивающийся. Ну а теперь этот узел я покажу вам на леске, не на флюорокарбоне, так как флюорокарбон он белый, прозрачный. Я покажу вам на зеленой леске. Привязывать я буду тройничок. Итак, продеваем снизу. Теперь зажимаем средним пальцем вот так, чтобы легче нам было. И опять продеваем снизу. Вот получается вот так. Теперь оборачиваем 5 оборотов. Делаем 5 оборотов вокруг всей конструкции. Раз, два, три, четыре, пять. И заводим кончик в петельку. Вот получается вот так. И теперь смачиваем. Обязательно смочить нужно этот узел. Леску и потихонечку тянем за основную леску и затягиваем наш узел. Получается вот такой вот узел. Кончик лески откусываем и вот так. Это идеальный узел для флюорокарбоновой лески. Узел гринера. Ну а кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч. Большие, ну в принципе пойдет. Двойничок здесь и будет он там плавать. Кинули. Вот и первая щучка у нас клюнула. Тихо, тихо, тихо. Опа. Классно. Обалдеть. Вот так. Вот она. А где карасик? Щучка. Сила. Щучка на живца. Как у нее там? Двойник даже разогнул. Представляешь? Что ж это за двойники такие я купил?
Раз. И два. Поводок я укоротил, так как здесь были потертости. Завела. Вот она, здоровая, Ира. Мне ничего не видно. Не боженьки. А как камень сейчас может. Я ее увидел. Ух ты, большая. Сейчас этот камень может перетереть. Иди сюда, моя дорогая. Ай-яй-яй, не сорвись. Есть. Вот так, Ирочка. Ну вот, все-таки мы не уехали, и на вечер клюнула вот такая щука у нас. Отличная.